Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить FIFA 17. Это у нас уже получается вторая серия. Мы остановились от той серии, искал где трансферы. Но я так как всегда быстро перелистал, я не видел их. Вот они у нас. Ой, трансферы, контракты. Вот у нас еще надо подписывать. Корсор я просто не отпущу. Я по-любому всем подпишу контракт. Давай я тебе за 35 тысяч на 2 года. Ты меня будешь ключевым игроком. Я с тобой согласен. Также и Костелни, и с Мультизакером. Но я буду пока по 2 контракта стараться подписывать с ними. Я тебе столько прилагаю. Ты ключевой игрок будешь. 2 года. Ну все, пока посмотрим, как у них там будет решение идти. Если трансфер у нас неинтересно. Финансы у нас ничего такого. Вот тут то просто нового. Ну ладно. И чё? Так, придем к составу нашему. Так, у нас Азил получил травму. И Перец получил травму. Вообще просто замечательно с самого начала. Берем вот так вот. И у нас тут еще много народа. Так. Вот, Джага у нас есть. Это очень хорошо. Джага. Но пока тут ничего менять я не буду, а вот Перец надо поменять у нас какого-нибудь игрока. Кто у нас еще есть глубже? Ну давай тебя. А ты сюда пойдешь. Вот так вот. Пока нормально будет. Да, хочу сохранить. Если точно помню, что-то на это нажимать надо. Так. Ага, все замечательно. С кем-то понятно. А кто у нас капитан? Костюм нету, все правильно. Тактика. Какая вообще тактика-то, а? Скорость давайте увеличим. Пасы будут такие вот. Навесы. Ой, блин. Создание организовано. Свободно. Прикрытие. Прессинг. Все-таки остается. Ширина линия. 50. Агрессия будет у нас 60, я поставлю. Ударов почаще. 65. На весе полтинник. И пасов то же самое. На 70 сделаем. Попробуем так вот. Свою тактику, да, изменить, все сохранить. Сейчас прокрутим до этого дня, который у нас будет. Матч. Второй товарищеский матч у нас. Вот он уже сразу есть. Так, посмотрим, кого можно выпустить. Так, давайте вместо него Джака выпустим. А вместо тебя Алекс Чемберлена. И у тебя. Так, Мультизакер у нас идет отдыхать. А спину вместо Чеха. Мандрей даст гипсу погонять. Где гипс? Гипс, ты где? А вот он гипс. Вот так вот. Ну, Жиру вместо... Жиру пускай запас посидит. Ну, вот такая у нас состав будет на эту игру. В данный момент, конечно, лучше молодежку выпускать. Ну, тут... Я хочу дать таким игрокам поиграть. Это все-таки товарский матч. Это не слишком важно. Проиграем и выиграем. Так. Хозяева. Мы дома играем. Давайте в такой форме, а не хозяева. Но мы на самом деле находимся не у них дома. Мы сейчас в Японии. А, штрафные. У Джака у нас еще этот.
Ё-моё. Вот этот удар был. Я штрафные еще не умею пробивать. Опа, она вообще молодец, девяточку. Вот только просто у Джека у него получается левая нога. Опа, штанку. Ну что, начинаем. Я не буду это до конца проходить, типа, тренировки. Турнир продолжается, и у нас вторая игра группового этапа. Да, в таких турнирах на групповой стадии важно не терять очки в начале. И обе команды сегодня, конечно, должны играть на победу. Сегодня Байер встречается с Арсеналом. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания, Георгий? Ну, ты знаешь, мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированные, ставки высоки, как никогда. Я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Это матч в куртке. Новый полузащитник выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение, и команде действительно нужно это было не укрепить центр здесь поля. И тренер в итоге получил игрока, которого хотел. Ну вот, точно. Новый ну, центральный полузащитник матч. Выходит сегодня на поле в составе команды. Да, это свежее приобретение, которое сейчас практически все обсуждают. Команде действительно нужно было усилить центр поля, и тренер получил в распоряжение игрока, которого хотел. Уэмбо в реальной жизни. Драму имеет. Это не слишком хорошо на самом деле. За это мы и Переса купили. Я понимаю. Но там другая своя история. И смотрим история на была. Состав Байер. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Это схем, кажется, как и наш. Но я схем, может быть, поменяю еще, подумаю. Смотрим состав Арсенал. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. А вот вместо Санчеса, я думаю, это можно попробовать. У нас там этот Корсор уже может там играть. А, Корсор у нас 12 Уди, он весь сезон, что ли, у нас не будет. О, японец усатый. Я таких вообще не знаю. Надеюсь, Вейвера тут есть. А мы с вами сейчас ну будем что, начинаем. Смотреть второй матч группового этапа. Первая игра была достаточно яркой. Думаю, сегодня будет точно не хуже. Опа. Руза. Смотрим начало атаки. Атака сильнее. Отобран мяч. Надо возвращаться. Рэмзи. Что-то я форму такой взял. Не слишком суперскую. Опа, она, это была это подножка. Это штрафной, а карточку судья, видимо, забыл в раздевалке. Теперь что, без карточки весь тайм играть? Получается так. Ну, я пас буду давать здесь. Это может быть опасная атака. Да ё-моё. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Форму что-то взял неподходящий. Надо было желтую брать. Мустафин. Киран Гибс. Алексис Санчес. Да ё-моё. Плохо сыграно. Мяч потерян. Как вариант продолжения напрашивает. Забирает мяч голкипер. Давай, беги, беги, блин, из-за а. Боковой игрок. Что, травму, что ли? Я? Еще от них ушел. Отчими просто. Окслейд Чемберлен. Да ё-моё, вот переход этот пас. Переход мяча, и да. Можно начинать атаку в обратную сторону. Как он работает с мячом, всех обыграл. Все, Кевин не. Полон. А спину нас тащит. Угловой для Бая. Какие-то мы не собраны, вообще просто. Еще бы с ней разыгравшийся. Давно не игравшийся. Сложный опа. Мяч. Лучше не рисковать. Нет, такими офигеть ударами просто. Забить вряд ли удастся. Да, ё-моё, блин. Опа.
Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Да, ё-моё, не успел я на разгоне. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Вообще ударов мы сегодня нанесем хоть, а? Ты бы мне показал, что ты чужой. Это свой был. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. Пяточкой, каблуком, как иногда говорят. Гранит Джака. Не тому, блин, а. Я у Нини хотел дать. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Неплохой мог получиться навес, если бы не защита. Мустафа спасает положение. Угловой удар, мяч у Байера. 4 сейфа уже, нифига себе. Раз показывает. Шикарный. Ну вот это вообще, я думаю, все, мы пропустили. Нифига. Опасная подача, но за удар головой. Блин, не нам забивать все равно. Этот гол выводит команду вперед. Со второго этажа приходится этот гол, и надо сказать, гол красивый. Да, с головой у этого парня точно все в порядке. 1-0. Ну еще ни одного гола вообще не забили. Блин, какую форму не ту, ё-моё, взял. На самом деле, это вообще ужас. Я путаю. Чуть-чуть. Ларс Бендер. Так. Опа. Здесь давайте собирайтесь. Мяч отобран. Офигеет, если их не запас. Алексис играет, Санчес. Да ё-моё, удалось, блин, нейтрализовать атакующего игрока. Не как смог, кто будет первым на мяче? На скорости. Байер идет к воротам соперника. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Можно продолжать да игру. Ё-моё, это сыграно. Не тот. Давайте. Оксленд Чемберлен. Нас прям зажали. Отбор, но мяч-то кому достанется? По идее, мы должны это делать, а не мы, а не они. Такое впечатление, что штраф наш будет. Угловой флаг. Не. Да он прям по ноге пробежался. Команда не слишком слабая, на самом деле-то. Арсенал идет в атаку. Да ё-моё, он толкнул. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Корпусом сыграл, Павла, а? Хорошо сыграл-то. Какой-то, знаете, между собойчик. Лоран Кусильни. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ну это было подножка. Какую теперь нафиг? Придется побороться еще раз. Вот это пасик он сделал. Офигенный просто. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Кевин и второй? Фолан. Нет. Они выигрывают и будут подавать угловой. Кто там спас теперь? Какой угловой? Тут даже ничего особо не было. Парни, надо собраться. Опа. Пас фланга. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу. Киран Гибс. Да, агрессивно они играют. Да Уэмбок, блин, прибежал Алексис в защиту Санчес. Почти. Это вообще беспредел уже творится. Правило будет штрафной. Игрок получает конечно, желтую. Заметь, он даже не спорит с арбитром.
очень грубый подкат. Игры в мяче короче, в Японию с японцами нельзя какой играть. Какой опасный подкат и наказание совершенно справедливо. А мы так с ними не встретимся. Мустафи. Да ё-моё, ты что за фигня такая творится? Не понимаю сейчас. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Аарон Рэмзи. Байер идет в атаку. Так, неплохо. Кевин Фолланд. Да нет, угловой будет. Байер пробьет угловой. Так, что хотел я сделать? Я хочу сделать тактику посмотреть. Это такая была. Ну давайте по умолчанию поставим пока. Что-то мне своя не нравится, Фио. Что-то игра изменилась просто вообще колоссально. Получает мяч на ходу. Защитник вовремя преграждает путь мячу. Это Санчес. Арбитр показывает, что мяч ушел на угловой. И он, кажется, рукой это сделал. Мяч летит в сторону ворот. Ну все, первый уходит тайм мы проиграли полностью. Вообще просто. Сказать вам ни о чем. Сразу начинаем второй. Свежий игрок выходит на поле у них еще замена, почему неизвестно. Мой желтая карточка. Тут товарищеский, тут не особо важно это. На самом деле. Игра продолжается. Напомню, это второй матч в рамках группового этапа. Удар, видите, 6-0. Вообще даже ударов не сделали. Это что за пас был, я не понимаю. Посмотрим за этой атакой. И это сейчас какой-то кривоватый. Я просто не понимаю, Рузы. Что делаю я вообще. Какого первый раз играю в FIFA. Крузе! Ой-ой-ой, перекладина. Чуть пониже, но перекладина. Видите, как он играет, они. Вообще замечательно. И агрессивно, я уже не успеваю ничего сделать нормально. Так. Арсенал в атаке. О-о-о-о. Хорошее Алекс, владение Алекс, мячом Алекс, перед Алекс. Площадью, но пора бы и обострить. Да расчетами блин, не то я хотел сделать. Голкипер и снял мяч буквально с ноги нападающего. Да, четко, чисто, здорово. И самое главное, очень смело. Так, готовится замена. Мой. На поле появится новый игрок. Великолепный проникающий пас. Голкипер отбивает мяч. Так, там так, есть так. Кому сделать передачу. Удар. Блин, прям вратаря. Блин. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, надо. Хорошо, но надо же голы забивать. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Да ё-моё, блин. Надо забивать и сравнивать счет. Ждем навес. Да, вот это вообще ужас был. Все, ничего и в этом так и не получилось. Блин, даже угловой не получаем. Тренер Байера проводит замену. Ну, атаки нормальные, что-то лучше стало видеться. Человек сидит, вижу. Все время его везде можно узнать. Пошли последние полчаса игры. Блин, могли забить на самом деле. Рэмзи. Могли. Продолжают владеть мячом. Очень долго. Да, пора бы уже как-то обострять. Закрыли все подряд. Игрок уже готов выйти на поле. Остается... Так, давайте посмотрим, что есть такое, что у меня можно из замены выпустить. Так, давайте Волкота попробуем сразу же. И Жиру. Два сразу только замены. Дождаться паузы в игре. И вот
вот самая свежая трансферная новость. Поль Погба переходит в Манчестер Юнайтед из Ювентуса. Да, трансфер наконец-то состоялся, и, похоже, игрок действительно стоил того, чтобы бороться за него до конца. Защитник угловой. Перехватывает этот навес. Снова угловой, у меня не на угловых. Сколько у них угловой? Уже? Покажут нам эти угловые. Замену у нас уходит игрок с желтой карточкой. Абсолютно понятное решение тренера. Вашему вниманию соотношение угловых в сегодняшней встрече. 5-0. О. Ударов также в первом тайме было. Защитник подальше, от ворот выносит мяч. Я не смогу это Алексис сделать. Алексис Санчес. Видите, один Оливье защитник Жиру. Вообще где-то Арсенал находится. Арсенал атакует. Можно подать. И тому. Алексис Санчес. Да ё-моё, блин. В отборе, но мяч пока ничей. Допустил я. Мяч у вратаря, все в порядке. Основное ну-ка, сегодня, я думаю, успел бы. Он минут. Скоростной центральник вообще просто. Очередная потеря. Навес вот это был вратаря. Ударчик. Вообще жестокий. Вот это я что-то творил около ворот. Непонятно. Санчес. Давай, Санчес, газуй. Алексис Санчес очень напоминает Джерри из одного известного мультфильма. Во всяком случае, он постоянно играет с защитой в так называемые кошки-мышки. И защите, конечно, регулярно достается. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Так и не смог сдержать их вдвоем. Поровну команда владеет мячом, да и игра примерно равная. С тобой трудно не согласиться, Георгий. Опа. Да ё-моё. Байер идет к воротам соперника. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Рэмзи. А волк вот это вообще скоростняк. Еще тот, блин. Да. Из этого аута Арсенал очень даже может только что-то сотворить. Только один аут, осталось 10 минут игры основного времени. Свежий игрок выходит на поле у Байера. Тут может что-то получиться. Да ё-моё. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Идиотические ошибки я делаю. Вообще просто ни о чем. Блин. А вот сам и тактические перестановки. Это. Да, тренер решил несколько освежить игру своей команды. Мои не свистнул устали, арбитр, блин. И Арсенал атакует. Аарон Рэмзи. Оливье Жиру. Да ё-моё. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Вообще ужас какой-то. Оно огорчение перед сезоном. Ку-ку, чужие ворота. Физически не готовы ни к чему. Может получиться интересная атака. Да вообще пасы какие-то корявые везде они. Они уже на моем поле уже. Территорию уже. Эрнандес! Не точно удар. И все. Надо все перекрыли. Прям почувствую. Лоран Кусили. Рэмзи. 3 минуты добавлено к основному времени. Да. Отлично. Даже отбор. Это мяч не смог пройти. Останется. 3 минуты и все. Даже уже меньше 3 минут осталось. И мы проиграем этот матч. Джака. Не супер основной состав, но все равно же, ё-моё, этот состав может выигрывать. Да ё-моё. Дома эту атаку. Ну все, свисток. Ну что ж, матч подошел к концу, и арбитр фиксирует победу ливеркузенского Байера. Мы проиграли 1-0 со счетом, один гол какой-то не пропустили. Не тот результат, которого ожидала команда, и у тренера, я полагаю, могут быть претензии к игрокам. Думаю, что не только у тренера, но и у болельщиков. Тем более у болельщиков. Приехали, поддержали свою команду. И вот такой результат. Надеюсь, еще премьер-лигу мы не так же начнем. Премьер-лиги-то. Ну, сейф он молодец. Хорошо там выдержал. Ну,
еще далее. Вот у нас такая относительность. Ну да, я только два удара и два удара створ. А он 9-9, да, он даже лучше. Но мы владеем мячом, это фигня все. Главы 6-0. Желтый карточка 1-0. Нарушение 2-0. Отбор мяча 23-5. Я вообще просто, я поле не видел. Поле почастую было ихнее. И все, можно так сказать. Жалко, мы с этого турнира, если из группы не выйдем. Так, кто там лучший игрок? Так, Ремс не очень сыграл. Велку только вышел замены. Че, нормально сыграл? Нормально так защита сыграл. А вот у них Тугов забил, лучший игрок матча оказался. Че, так, так, так. Сейчас посмотрим, что там в таблице у нас относительности есть. Ну да, мы занимаем последнее место. Интер тоже проигрывает. Что-то слишком странно. А, не. Да-да-да, они тоже проигрывают. Все проиграли. Ну что, проблема-то? Понятно все здесь. Но мы еще даже гол не забили, нифига. Так, офис. У нас два письма. Санти Корсор согласен и Кассиуни согласен. Что у нас тут два месяца отзил, а это у нас уже было. Ну да, вот два как раз игрока у нас там подписали контракт, который еще на 2 года остаются. Это пусть на 3 года, да, у них контракт уже. Смотрим дальше. Мультизакер, я тебя отдавать не хочу. Давай еще на 1 год. Я вот так. Важный игрок основы будешь мне тебе давал. Функцию, что у нас еще здесь? А вот-то у меня больше денег сейчас срабатывает. Требования игрока. Игрок ротация. Ну если ты хочешь, оставайся. Так. Отзил. 2 года осталось. Хочет. Ну ты ключевой игрок, так и останешься ключевым игроком. А у меня хотел вот продать игроков, посмотреть стоимость игроков. Азил уже 68, нифига миллионов. Санч 46, Джака 36, Ремс 35, Чек 34, Корсов 33, Мустафа 27. Лучше готовить на сезон выбор 25, Кассивни 24, Жиру 23, Вэмок 18. Как Рен, Перес вообще 17. Ну, так и был куплен, кажется, за эту сумму. Так, это мне не надо. Это тоже не надо. Так, тренировка, что у нас? Пока ничего у нас нет. Так, далее. Вот с этой командой мы уже сыграем, скорее всего, уже следующим. Так, приложение принято. Приложение принято. Работа со сборной. Ну, это расскажут там, типа, могут пригласить сборную и все остальное. Но это нам не слишком интересно. Что у нас тут по финансам? О, нифига, 32 миллиона уже. Да, ну вот это... Бейсболки уже продаем. Зарплата игроков еще есть. Очуметь просто. Тут еще зарплата игроков есть. Скаутовская сеть. Я уже оплатил, офигеть. Продажа вот этого. И у нас что у нас? Прибыль минус 87 миллионов. Ну это, я думаю, не слишком так страшно. Минус 77 миллионов. Молодежный состав. Ну они вот работают основным у нас молодежным составом. Календарь. С ними и все. Если мы здесь... Так, если там 3 очка. И там 6. А у нас 1. Если мы его побеждаем, мы можем еще выйти. Но это вряд ли уже маловероятно. Я такой чувствую, что мы со мной им тоже проиграем. И потом первая игра у нас получается Ливерпулем, потом Хаус-Сити. Вот и уже Лига Чемпионов начинается.
Монако нам попался. Отчеметь просто. Ну ладно. Ну все, думаю, на этом мы закончим. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, всем пока. Состав в следующий матч будем тоже в следующей серии. Всем удачи.